ли ты, что могила Христа с давних времен и поныне пуста? Знаешь ли ты, что Спаситель воскрес, что Он живой, на нас смотрит с небес? С неба течет благодать и река. Время еще остается пока, чтоб окунуться в любовь и прощение, чтоб душе получить возрождение. Ведь воскресение — великая сила, ведь его смерть нашу смерть победила. Сила Голгофской крови навсегда двери открыла нам всем небеса. За холмами, за высокими горами, город есть Иерусалим, там был распят Божий Сын. А на третий день воскрес, так гласит благая весть. И сегодня об Иисусе мы расскажем вам, друзья. Умирал на Голгофе за тебя и за меня. Хоть и было все давно, люди помнят, все равно, как Христос родился в хлебе, небе, ангели запели. А потом Он возрастал, всех любил и уважал, был послушным и покорным, кротким, тихим и нездорным. Много лет прошло, и вот Иоанн пришел пророк. Он крестился в Иордане, приходили люди сами, самых разных областей, чтоб покаяться скорее. И однажды у реки появился Иисус. Был уже Он взрослый муж, к Иоанну подошел. В воды тихие зашел, словно голубь дух сошел, глас раздался вдруг с небес. Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Побудил все искушенные, начал Иисус служить, неся людям исцеление, душа и тело лечит. Год за годом пролетели, зимы, весна отшумели. Праздник Пасхи приближался, на него народ собрался. Иисус с учениками занят был ту ночь делами, подавал вино и хлеб, открывая свой завет. Иисус с учениками после в Гефсиманский сад пошел, там, склонив голову на камень, к небесам направил взор. Долго Иисус молился, пот как кровь, с чела струился, его ангел укреплял, утешал и ободрял. В ту же ночь Иисуса взяли, били плетью и стязали, в поругане унижен, был Он падших самых нижних. Божий Сын, Творец Вселенной, среди злобы плоти тлена, кротов был и молчалив, сердце до раба смирив. И в огне смертельных мук гвозди впились в кисти руки. Иисус Отцу молился, голос в небо птицей извился. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Кровь текла из ран Христа, вдруг покрылась землей мгла. Мертвые смогли восстать, их порвалась завеса храма. В тот же день ученики умывали кровь слезами, в кровь Иисуса положили, в ход закрыли огромный камень. В ожидании все томились, и сердца тревожно бились. Обещал Он, что воскреснет, и лились печально песни. Ночь и день, и ночь другая, вот зарю пути встречая. К гробу женщины пошли, чтоб оплакать прах в тиши. Вдруг земля вздохнула эхом, все вокруг покрылось светом. Кто-то к камню приступил и от гроба отвалил.
вид, как молния одежда, несказанно белоснежно, в страхе все затрепетали, лицами к земле припали. Ангел, что сошел с небес, возвестил, Иисус воскрес! Много лет прошло с тех пор, но как прежде эта весть вызывает толки, спор. Ну а мы сегодня здесь говорим: Христос воскрес!